Избавить город от визуального шума. Такую задачу поставили в управлении по делам наружной рекламы Ивановской администрации. По мнению специалистов, центральные улицы областного центра, а именно Красной Армии и 10 августа, необходимо привести в соответствие с правилами размещения рекламы на фасадах зданий. Пестрые вывески магазинов самых разных размеров и форм портят облик исторического центра. Для решения проблемы привлекли профессионалов из Политехнического университета. Они разработали так называемый дизайн-код, в соответствии с которым все вывески должны быть переоформлены. Городские власти с пониманием относятся к предпринимателям. На выполнение требований дают несколько месяцев. 10 августа и Красной Армии должны преобразиться не позднее ноября текущего года. В планах распространить опыт на другие центральные улицы. Если посмотреть, например, на оформление этих улиц, то в большинстве своем эти вывески не соответствуют как требованиям, предъявляемым к ним в целом. Что касается и дизайн-кода, и правил благоустройства, но в первую очередь они в большинстве своем не соответствуют обязательному требованию, содержащемуся правил благоустройства, о том, что все они должны быть согласованы.